Ну что, всем доброе утро, мы уже в парке. Спит еще, конечно, но вот мы уже проснулись. Вчера пацаны поменяли привод, чак, был люфтец небольшой. Я почувствовал это. Вот, а так все на метле вроде. Тачка готова. Сейчас проверяем еще раз. И идем с этим метком. И будем тренить, а потом парад, а потом парни. Как-то так. Всем хорошего. Ну что, мы стартуем на тренировку. Сейчас выскочим, сразу дадим с ним, посмотрим, что куда, что у кого, какое покрытие. Мы готовы, настрой максимальный. Так, погода, полный петух, ну и что делать, поедем в тех условиях, которые есть. Мы все в раз. Долбим, значит, сейчас с Лехой. В принципе, даже по такому покрытию можно близко, качественно подъезжать, посмотрим, что из этого получится. Так, мы, значит, потренили, сейчас тачку уже намарафетили, будем выезжать на парад. На парад, вон, всей бандой, все готовятся, натирают машинки. Говорю, что тут уже готовится к топ-32. Все кул, нормально, поедем, посмотрим. Арабы! Так, тут уже расставляемся, все делаем красиво. Итак, на этом выступлении на 5-м этапе РДС Запад мы закончили. Подскользнулся, и хоть и сдувались, и катались на тренировках на большем давлении, но что-то явно пошло не по плану. Короче, носорог я, вот, как-то так. Да, наката не хватает, на самом деле, парного, и когда тачка стоит по 2 недели, ее никто не трогает, конечно. Это что, о чем речь? В общем, ладно, я расстался. Мой маленький, блядь, мой сладенький. Братик. Носорог я ебаный, нахуй. Ты это, брат, ты же знаешь, это же бывает такое. Хуйня ебаная, блядь. Все. Расстрался. Так, значит, ну, гонка не сдалась, но везли, значит, машинку в толпу. Пусть полюбуется. Как говорится, я не торгую лицом, я торгую скиллом, как великие там люди говорили, да? У нас тут немножко другая история. Друзья, сегодня второй день 5-го этапа РДС Запад в Москве. Вчера Данил Воробьев занял 2-е место в квалификации, сегодня будет бороться в топ-32. Следить за трансляцией можно в аккаунте РДС Вест. К сожалению, еще вот у нас сокомандник Даня не прошел, да, потому что какое-то покрытие было очень своеобразное. Ничего, это не первая и не последняя гонка. Будем биться с Лешей дальше. Так что, ребята, смотрите. Че, пацаны, как дела? Много. Будем готовить ее и себя. Увидимся на разгоне.